Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ДТВ. И сегодня мы покажем распаковку видеокамеры. Ну и, конечно, нам поможет в этом в распаковке Доминика. Привет! Всем привет, друзья! Мы там будем распаковывать. А именно комплект. То есть там будет записывающее устройство внутри и 4 камеры. Купили мы ее для дачи. Итак, Доминик, давай раскрываем, смотрим. Заказали мы данную камеру на Алиэкспрессе. Ссылочка будет под видео. Значит, наше видео по камере будет состоять из двух видео. Первое — это распаковка, мы покажем. Вот. А, соответственно, следующее будет видео. Мы покажем, как сами камеры уже непосредственно работают. Мы подключим все это дело. Так что смотрите это видео и потом последующее. Значит, данную камеру мы купили за 8500 рублей по акции. То есть там, куда вы по ссылке зайдете, будут купончики, на которых будет скидочка. Ну, соответственно, по моей ссылочке тоже заходите ниже, по нашей ссылке от канала ДТВ, и там будет обязательно дешевле. Итак, смотрим, что у нас тут. Так, давай, помогу. Давай сначала вот эту коробочку покажем. Да, вот так. Сейчас давай попробуем, что у нас написано. Так. Давай, Вик, покажи, открой, да, покажи, пожалуйста. Это настройки. Для жесткого диска. Вот, соответственно, мы для жесткого диска. Все, убираем диск. Так, это ресивер у нас, который будет непосредственно писать. Интернет. И еще какой-то код. Коды, переднюю часть микрофона. И всем нашим подписчикам. HD64, HD. Так, давай открываем вторую коробочку. Ну, ножницы возьми. Да, кстати, посмотрите предыдущее видео Доминика, где она там распаковывала. Что ты распаковывала? Единорожка там, да, пупси. Ага, мне попалась там пупси-дуть. Пупси-дуть, да, там была. Так что смотрите обязательно это видео. Ну, следующее постарается Доминика там. Какое у тебя следующее там видео? С какого будет? Какое лодки?
Нет, не бой, ты же сначала говорил, там какая-то капсула сначала, да? Да. Ну, капсула, наверное, в мае, не раньше. Сейчас мы камеру показываем. Да. Так, такая же коробочка. Так, давай мы что у нас здесь? Вот эту клеточку поставим. Надо почти так. Значит, смотрите, что здесь. Кайф, прям. Значит, здесь 18 метров получается. Я не знаю, как она называется, но это Audi, по-моему, или нет. Так, их 4, да. Раз, два, открываем. Так, мы когда будем подключать, мы их покажем. И 4. И 4. Так, адаптер включается. Покажи. Вот это у нас какой-то. Так, а давай. Так, давай мы покажем. Насколько здесь ампер, чего. А это у нас какие-то квостики с какими-то зелеными штуками. Ну это скорее всего для камеры, Доминик. Вешать камеры. Вот 4. Сразу подключается под зарядное устройство. Так, сюда надо. А вот они сами камеры. Открывай. Да. Показывай камеру. Будет очень классно, если можно будет там наблюдать. А самое интересное, что это можно будет, Доминик, знаешь, как наблюдать? Ага. Уважаемые подписчики, это так можно наблюдать будет с телефона. Удаленно через интернет. Это все будет работать. Вот такие камеры. Хорошего разрешения, 1080. А, кстати, почему-то некоторые люди на нём ранее. Самое главное, забыла сказать, что второе видео по видеокамерам мы покажем чуть позже. Когда мы подключим это все, это уже будет на даче. Да, Доминик? Да, будем следить за всем, и мы покажем, как это все главное работает. Все. Пока! Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, всем пока-пока! С вами канал ДТВ. Пока!